продолжаем рассказывать про магазин Минардс. Ну и, наконец, самое главное разочарование мое от этого магазина. Я сам электрик, всю электрику дома и в офисах везде я делал сам, так как мне надо. Вот. А здесь я очень разочаровался и обломился с тем ассортиментом, который предложен. Легран здесь действительно есть, но это немножко не тот Легран, к которому я привык. Вот как бы то, что может быть предложено. Я бы не сказал, что это самая лучшая модельный ряд этого Леграна. Ну, а вот остальные вещи, они попроще. Они все идут модульные, вы можете сами скомпоновать. Выключатели сейчас нам идут вот такого дурацкого образца. Хотя есть и вот такие вот выключатели. То есть все здесь такое сборное. Ну и дальше, с другой стороны, выбирайте планки под вот эти самые выключатели. То есть каких-то вот изысков, которые я наблюдал в Москве, в разного рода специализированных магазинах, здесь, конечно, нету. Розеточки попроще. Хотя большой выбор расходных материалов, они стоят достаточно дешево. Всякие разные зажимы, коннекторы, переходники, обжимные всякие разные инструменты. Это всего здесь навалом, это стоит дешевле. Ну, а с этой стороны у нас здесь рамки. Вот такие вот рамочки. Деревянные, пластмассовые, металлические, под разный дизайн. Но я бы тоже не сказал бы, что это меня прям воодушевило по дизайну. Я, конечно же, избалованный человек. Мне хочется что-то другое. Поэтому, опять же, тем людям, которые хотят приехать в Америку и наладить бизнес по продаже электрики, у вас здесь не паханная целина. Если вам удастся закрепиться здесь и развернуть свой бизнес –